В Витебском зоопарке животные пережидают холода в специальных условиях. Самого маленького питомца, детеныша ламы, даже поселили в кабинет к директору. Впервые здесь такое пополнение. Малыш родился 3 дня назад, в самые холода, поэтому пока переехал из холодного вольера. Маленькая лама питается только теплым молоком и гуляет в административном корпусе. Без помощи людей в суровые морозы животное, скорее всего, погибло бы. Мороз его однозначно оставлять на улице нельзя, потому что он бы замерз. Потому как у мамы, я так полагаю, материнские инстинкты еще не проснулись, и согревать его она не будет. И, ну, с одной стороны, ему не повезло родиться в минусовую температуру, когда минус 20 на улице. Вот. Но, с другой стороны, может быть, повезло, что люди успели его забрать и спасти. В холода зверей кормят чаще. По системе все включено. Питание трехразовое, даже горячий чай им согревают обезьян. Приютили и лебедей, которых отловили на замерзающем водоеме. Единственный, кто не отказался от прогулок в такую погоду – ягуар. Всего в Витебском зоопарке пережидают холода 150 животных.